20.30, время новостей на Первом Приднестровском. Это КЭБ. Здравствуйте. Следственный комитет завел еще одно уголовное дело. Стрельба в селе Колбасно 27 апреля. Теракт. Цель – воинские склады. Неизвестный открыл огонь, предположительно, из подствольного гранатомета ВОГ-25. Где-то 1,5 килограмма вес этого подствольного гранатомета. И к нему применяется два вида гранат. Одна прямого выстрела, они все осколочные, а вторая вылетает, она ударяется и как бы под привязь земли, только потом взрывается. Учитывая то, что она не кумулятивная граната, она не может пробить стену, допустим, за счет кумулятивной струи и взорваться внутри, допустим, здания. Этой гранатой подорвать эти склады невозможно. Возможно дестабилизировать обстановку, запугать людей и держать постоянно в напряжении. Никто не пострадал. Следователи устанавливают обстоятельства стрельбы. На бетонном ограждении остались незначительные повреждения. На складах в Колбасне боеприпасы еще с советских времен. Объект охраняет оперативная группа российских войск.